примерно. То есть есть дальше, вот это мы говорим о вот этой шоссейной дороге, да, вдоль ствола дерева. Есть еще веточки дерева, они называются нади. Это психические каналы, которые связаны с нашим мышлением. С мышлением, с эмоциями. И также они регулируют весь организм. Поэтому и говорится, что в зависимости от мышления человек получает то или иное состояние здоровья. Есть позитивное мышление, когда человек пытается прощать, просить прощения. Позитивное мышление — это значит, что он такой тупой, что он ничего не видит плохого, такой, такой как бабочка такой летает. Нет, позитивное мышление означает, что он увидит, чувствует плохое, но пытается не настраиваться на это, пытается преодолеть плохое восприятие и думать о хорошем в человеке. То есть настраивается на позитивную волну. Вот эти психические каналы нади, они как антенки, также связаны с окружающим миром. То есть дерево ума, оно идет наружу, но связано с окружающим миром, и у нас есть связи с людьми, с различными. Связи бывают поверхностные, бывают глубокие. Между родственниками и людьми, которые очень близко относятся друг к другу, у них глубокие связи, идущие от сердца, прямо в сердце. И поэтому человеку не нужно даже думать о том, чтобы помочь близкому человеку, как некоторые думают, как не настроиться, чтобы помочь близкому человеку. Вы если просто думаете о возвышенном о чем-то, получаете чистую светлую энергию внутри себя, то родственники уже получают от этого. Это сравнивается с тем, что есть корень у дерева. Корень питает листики, веточки все, да? Также и у человека есть сердце. Вот это ядро, вот это энергетическое. Это корень нашего существования. Там находятся связи с окружающими людьми очень глубокие. И если кому-то плохо из наших родственников, то у нас берется энергия для этого человека. Мне тоже становится тяжело, я начинаю переживать. Переживать означает тяжело. И что нужно делать? Переживать? Нет, нужно молиться. Нужно... Молитва означает контакт с позитивной силой, с какой-то, с тем, что дает счастье. Можно даже просто настраиваться, допустим, на, допустим, хорошую погоду. Это уже позитив. И дает уже улучшение состояния здоровья всем, кто нуждается, родственникам. Но еще лучше настраиваться на возвышенную личность, потому что у него внутри всегда хорошая погода. То есть хорошая погода у нас может меняться, но там всегда хорошая погода. Поэтому, настроившись на возвышенного человека, вы легко можете решать проблемы всей семьи сразу. И в ведах это сравнивает с тем, как человек поливает корень дерева. Когда мы поливаем корень дерева, листочки, веточки, все сразу получают влагу, потому что оттуда все высасывается. Так и мы связаны со всеми людьми вокруг, которые близкие отношения с нами имеют. Они все получают от нас, мы питаем их жизнь. Поэтому мы переживаем за близких родственников. Особенно мать сильно связана с детьми, она питает их своей силой. Если у них какие-то трудности, она переживает. Переживание означает слабость. Означает, что человек ленивый, не хочет работать над собой. Потому что сильная мать, она не переживает. Она просто больше молится, больше желает всем счастья, больше настраивается на внутреннюю жизнь. И таким образом помогает всем своим родственникам. Итак, средняя часть вот озера ума, воды, вот этой вот, то, что мы разбираем, она связана со здоровьем. Да? То есть ум управляет здоровьем человека. Дальше есть еще внутренняя часть озера ума. Эта внутренняя часть, она очень удивительным образом работает. Мы об этом скажем чуть позже. Сейчас мы доходим до песка, ил. Да? В озере есть ил. Песчинки, которые вот, собственно, и составляют вот этот шарик, внутри которого находится душа, то есть я. Душа смотрит сквозь вот этот вот слой умственной энергии, смотрит на мир. И если там возбуждение плохое пошло в воде от этого вот озера, от этого вот песка, который окружает душу, песка кармы, то тогда человек видит мир в темном свете, в плохом свете. Когда хорошая судьба пошла, то он в хорошем свете видит мир. Но человек может очищать вот эту вот слой воды, кармы, с помощью молитвы. Он может делать прозрачным водоем.
И тогда он становится счастливым. Что такое счастье? Это когда ты всю карму сжег хорошими мыслями. Хорошие означают возвышенные, чистые. Итак, смотрите, есть песчинки кармы. Они, когда выходят наружу, они называются карма-васана на санскрите. Васана означает узелок. То есть это узелки кармы. То есть они выходят, когда наружу возбуждается самый нижний слой воды, то есть ума. Ум сравнивается с водой. Энергия похожая воды и ума. Ум течет, как вода тоже, мысли меняются, двигаются постоянно. И вот этот нижний слой, когда туда песчинка заходит, карма, интересные вещи происходят. Мы вообще ничего не подозреваем, что там происходит. Мы находимся на поверхности, где волны, там и мы себя чувствуем. Мы ничего там не знаем, что происходит внутри вообще. Мы не знаем, как регулируется организм, что там движется, куда пища пошла, как она там расщепляется. Ничего вообще не знаем. Мы знаем только о том, хорошо мне или плохо. Вот и все, больше мы ничего не знаем. И так интересная вещь, когда песчинка кармы вот в нижнем слое заходит туда воды, самый глубокий слой подсознания, то этот слой контактирует, знаете, с кем? Со всеми нашими родственниками, со всеми, кто с нами в жизни связан. Это не только с родственниками связано, это также связано с теми, кто оказывает прямое влияние на нашу судьбу. Директор завода, там, на котором я, допустим, работаю. Понимаете? И когда карма туда выходит, я еще ничего не знаю вообще, что происходит, но на них уже оказывается сильное влияние. Я сильно влияю на этих людей изнутри. И, допустим, если эта карма связана с личной жизнью, то жена начинает чувствовать неосознанное раздражение или холод к мужу. Она думает, что-то я его не люблю, он мне не нравится. Он противный для меня стал, противный. А он ничего не знает. Он дедушку не бил, он дедушку любил. Он как бы хороший и ничего такого плохого не делал. Просто пришло время, так как в прошлом он где-то набедокурил, и пришло время, планеты встали таким образом, что они выбили этот узелок кармы из вот этого вот шарика. И этот узелок кармы огромной силы имеет. Он выходит наружу, в этот, и вода бурлить начинает, там вода ума. Но человек еще ничего не знает. И он просто смотрит, к нему поменялось восприятие. Народ опух вокруг него. Ну, то есть он кто-то там его гнобит, кто-то там... И он не поймет, что такое, в чем дело. Понимаете, причем сначала все так как-то происходит издалека. Вроде бы жена так же улыбается, как раньше. Но почему-то как-то она такая холодненькая стала. Вот у кого сердце к мужу остыло, холод по отношению к мужу? Видите, вот это результат влияния кармы его. И у вас тоже. Потому что это синхронно происходит, да, синхронно. Потому что если бы у вас не было плохой кармы, тогда вы бы не поддались. У вас тоже, это мы же связаны, да? Мы с тобой одной веревкой связаны. Понимаете? Стали оба мы скалолазами. Высоцкий понятно. Ну, то есть, у него вышло, у вас вышло. Но вы сейчас, так как у вас холод в сердце появился, вы вершитель его судьбы. Что у него ничего не появилось, он ничего не ожидает. Понимаете? Вот. Поэтому какой вывод? Веды говорят, что вот эти все узелки кармы, они выходят в свое время. И в свое время отрабатываются, растворяются в этой воде. Муть рассеивается, наступает чистота. То есть вся судьба, так как планеты движутся циклами по кругу, судьба также движется по кругу. Холод появился, я примерно сейчас могу сказать, он появился где-то 6-7 месяцев назад. Через 8 месяцев он закончится. Надо просто подождать. И у каждого человека в жизни такое происходит. Но понимаете, так как мы глупые существа, мы думаем, о, любовь прошла, завяли помидоры. Ну то есть раз человек думает, нету, я не чувствую, значит все, мы несовместимы, надо идти подавать на развод. Понимаете, то есть люди думают, что это навсегда теперь такое чувство близкому человеку. Это не навсегда. Это как возникло, так и проходит.
раздражительность к близкому человеку. Как возникла, так и проходит. Это все меняется. Как зима сменяет, там, зиму сменяет весна, потом лето идет. Это все меняется постоянно. Поэтому человек должен это все очень хорошо понимать. И он не должен поддаваться на эти провокации. Он должен ждать, когда все поменяется. Потому что он знает этот закон. Теперь вы уже знаете этот закон. Допустим, человеку одиноко в жизни. Надо ждать, когда это все поменяется. Придет время и станет легче. Может, даже уже скоро. Понятно, да? Такая система. Наша жизнь — следствие наших мыслей. Она рождается в нашем сердце. То есть об этом речь идет. Видите, везде, во всех священных писаниях одно и то же. Просто человеку проще так понять. Не обязательно ему подробности там эти все объяснять. Просто рождается в сердце. Этого достаточно. Жизнь рождается в сердце. Она исходит из наших мыслей. То есть как человек думает, так он живет. Если человек думает чисто, возвышенно, значит, он очистил карму. Если человек чувствует, что он победил судьбу, что у него на душе не случайно светло и не случайно весело, то это означает, что все будет хорошо. Если на душе тревога, значит, надо просто помолиться. То есть это нужно больше внутренней жизни. И все, на душе тревога не означает, что надо трястись там, как осиновый лист, или бежать к бабке, которая скажет, тебя сглазили. Вот эта бабка сама, ее кто-то сглазил, поэтому она всем так говорит. Вот, у нее неправильное мышление. Вот, просто надо понять, что есть проблемы, их решаются они внутренней жизнью. Не просмотром там телесериала «Мертвые не потеют», там какая-то там 567-я серия. Вот, они никогда не вспотеют, понимаете? Потому что они мертвые. Вот. Надо просто убрать это все, телевизоры эти все, сесть перед чистым, что-то светлым. Кто-то любит священное писание читать, размышлять, тоже очищает сознание. Кто-то любит думать о возвышенном человеке, кто-то любит слушать духовную музыку, кто-то любит слушать лекции и так далее. То есть разные способы, как это делать. Но когда человек этим занимается, мысли приходят в состояние чистоты. И человек побеждает таким образом судьбу изнутри. Это не значит, что он полностью побеждает. Потому что есть еще события, они идут своим чередом. Тяжелые события, когда человек в сердце чувствует, что все хорошо, значит, эти тяжелые события на него не смогут плохо повлиять. Если в сердце тревога, значит, надо больше молиться. У меня где-то месяца 4 назад был тяжелый период астрологический, он был заранее мне известен. Вот. Но так как я знал, что в это время у меня будет отпуск, я уже планировал поехать в святое место и там молиться. И вот ровно в тот момент, когда это было положено, я, правда, не знал, откуда пойдет волна, что именно будет плохо. В этот момент люди, которые плохо относятся ко мне, я им не нравлюсь, начали целую кампанию против меня. То есть они начали прокуратуру писать, там, начали в интернет грязь лить, там, и все, и понеслась. Я просто поехал в Индию и начал молиться. То есть я молился по 6, по 8 часов. И чувствовал, что у меня есть плохие знаки. То есть когда у мужчины плохие знаки проявляются по судьбе, то у него немеет левая рука. У меня просто она была как деревянная. То есть онемела левая рука. Вот все признаки неблагоприятного чего-то, что происходит. Спасибо, подтверждение. Я просто читал молитву каждый день по 6, по 8 часов, столько, сколько нужно. И в процессе этой молитвы я чувствовал, что очищается судьба. Я не реагировал на это, на все, на эти все заявления, никак вообще не реагировал, просто молился. И пришло время, прошло где-то месяца полтора, и я почувствовал облегчение, что судьба очистилась. И несмотря на то, что и сейчас как бы грязь льют, но она никак ни на кого не влияет. Это никому уже не интересно, потому что важно было это делать тогда, когда это сочеталось с моей судьбой. Понимаете? И так как я молился, в прокуратуре почитали это все, вот эту всю, эту муть. Вот. Вызвали пару раз там и так далее. Приехали, посмотрели там, что у нас происходит. И увидели, что все нормально. И они сказали, давай, может быть, мы на них, это... Сейчас закон вышел, он говорит, закон вышел, за клевету можно сажать. Давайте мы их сейчас тогда это,
немножечко по щучьим, да. У них плохая карма пошла. Ну, я думаю, зачем мне это надо? Вот зачем я буду этим заниматься? Это не интересное занятие. Кого-то там сажать куда-то за что-то. Ну, ведь во всем есть смысл какой-то. Я когда переживал сильно очень по этому поводу, то моя жена, она села рядом со мной, говорит: слушай, давай я тебе помогу. Я говорю: как ты собираешься мне помочь? И она мне правда помогла. Она мне напомнила одну историю ведическую, которая была прямо кстати, прямо кстати. И история такова, что был один царь, который... можно убрать цветочки? Я не вижу вот женщину. Мне хочется ее глаза видеть, и как-то я так... Да, подальше чуть поставьте куда-нибудь. Спасибо, да. Вот, вам рассказываю историю. Был один царь. И к нему пришел священник, возвышенный человек, святой человек, прямо во дворец зашел подаяние попросить. Ну, представьте, президенту страны придут подаяние просить прямо во дворец. Он, во-первых, удивился, как его пустили вообще, но так или иначе, ну, он был возмущен. И он попросил придворных дать ему кусок навоза, как подаяние. А он просил покушать что-то, покушать царю пришел прямо во дворец. Ну, как бы, ну, наглость в высшей степени, да, царь так подумал. И принесли подданные этому святому человеку кусок навоза. Вот тебе покушать. И он взял и начал есть этот навоз. И прямо на глазах у царя его съел. Сказал: я тебе очень благодарен. Пошел. Когда царь лег спать, то в этот момент, когда он заснул, сразу же он увидел Ямараджа, это, ну, как бы, это правитель ада или царь справедливости. И он сказал: так как эта возвышенная личность, которую ты накормил навозом, она в тысячи раз более благочестивая, чем ты, по закону кармы тебе прямо сейчас придется съесть вот эту гору навоза свежего. Там был навозик такой, нормальненько. Ну, то есть, и царь начал кушать навоз. Каждую ночь он этот навоз кушал, как наяву, как будто это все происходит. И он давился этим, и стража смотрела, чтобы он это все делал. В общем, навоза было много, кушать было долго. И поэтому он пошел к своему священнику тоже при дворе и спросил: что делать? Я, говорит, так жить больше не могу. Он говорит, священник сказал: ты совершил серьезный грех, проступок. И, ну, как бы, есть два способа отвечать. Или тебе придется докушать гору навоза, или есть еще один способ. И он говорит: слушай, давай этот способ второй. Он говорит: ну, он будет немножко для тебя, может быть, странным. Тебе придется переодеться в обычные одежды и ходить по царству, встречать своих подданных и критиковать самого себя. Если кто-то будет отзываться, то они будут помогать тебе кушать этот навоз. Ну и он пошел ходить, начал как бы ходить. И кто-то отзывался. И каждую ночь он смотрел, что гора меньше, уже подъели. То с той стороны, то с этой. Ну то есть народ помогал ему кушать его навоз, который жил в его сердце. И уже маленькая кучка осталась, небольшая. И он уже так обленился, царь, думает: ну не буду есть, буду искать. И он практически всех уже обошел. И он не ходил никогда по монастырям, по святым местам. И он зашел все-таки в один монастырь, подошел к настоятелю, священнику. И начал себя критиковать. Этот священник, он молился, говорит... Он открыл глаза такой, молился, смотрит на него, непонятно, кто такой, что он хочет. И он опять закрыл глаза такой, начал опять молиться. Он сначала, ну, как бы, почувствовал что-то не то, неладное, что-то. Потом еще помолился, открыл глаза такой, улыбнулся нежно и сказал: дорогой господин, вы знаете, я не буду кушать ваш навоз. Найдите кого-то другого или скушайте сами. И начал продолжать свою молитву.
Ну, то есть... Когда я услышал от жены эту историю, у меня просто просветление какое-то внутри наступило. Я лег вот так, мне было очень тяжело. Я лег, вот внимательно слушайте сейчас, это очень важно. Я лег, закрыл глаза, расслабился и почувствовал, что-то не то я делаю. Я чувствую, что с моим сердцем что-то неладное происходит. Мое сердце очень больно отзывается на все эти вещи, что люди как бы обливают грязью. Но я не мог понять, почему, что-то, что я не так делал, почему, она же сказала мне правду. Почему, в чем проблема? И проблема заключается в том, что я не хотел, чтобы вот это мое, потому что даже грязь в сердце воспринимается как мое, чтобы это мое кушали. Я расслабился и сказал всем, кто меня критикует, мысленно сказал, я вам очень благодарен, спасибо вам большое. И как бы вот это вот... аскезу, которую я чувствую, в сердце что-то происходит, я отпустил это состояние, с помощью молитвы отпустил. И я увидел немедленно, Господь мне показал эту гору моего навоза, и что она уже конкретно подъета, что ее кушают очень активно. И я, в сердце у меня возникла очень сильная благодарность к этим людям. И я просто продолжал свою молитву. И с каждым днем я видел, что у меня сердце очищается все больше и больше, потому что я не запрещал. Попытайтесь понять, иногда люди сопротивляются, они злятся, в ответ что-то говорят. Я ничего не говорил в ответ, я просто был благодарен за все, что эти люди делают, был благодарен. И по ходу мы еще смотрели, если действительно что-то не так мы делаем, мы исправляли. Допустим, у нас не было достаточной обратной связи с пациентами, мы сразу установили, посадили несколько человек для того, чтобы была обратная связь. Все, что эти люди говорили, мы изучали, что так, что не так, и пытались все исправить. И параллельно я просто был благодарен. И как, вот ровно в тот момент, когда у меня вот сердце очистилось до какой-то степени сверху, вот эта кучка, все закончилось для меня. Я почувствовал, что меня это уже не интересно, и вообще как бы это никак не перестало влиять на мою жизнь. И я увидел, что там есть еще какой-то слой грязи в сердце, более глубокий. Но похоже, как бы у них зубы не брали. Это, наверное, кто-то покрепче должен это как бы съесть. Кто-то покрепче. Такой должен появиться какой-то человек, который посерьезнее мной займется, и тогда он возьмет еще этот слой поглубже. Видите, интересно можно воспринимать свою жизнь. Что жизнь воспринимают часто люди, они сопротивляются тем, кто их ругает, кто на них злится. Но по факту эти люди очищают наше сердце. Мне пришлось молиться целый месяц, чтобы это понять. Только после этого сначала я был очень настроен, очень напряженно, как бы мне хотелось с этим совсем разобраться, правды хотелось. Потом постепенно я начал молитвы, почувствовал, что я могу, я успокоился сначала в сердце. Потом я почувствовал, что я могу это принимать нормально, спокойно. Потом я почувствовал, что это уже на меня не действует. И только потом я уже начал воспринимать все вот с этой вот точки зрения такой глубокой. А до этого был ум возбужденный, и мне сложно было понять, что происходит. На этом примере своей жизни я вам показываю, как надо преодолевать трудности. Что трудности проливаются сначала внутри. Нужна длительная молитва, чтобы сердце успокоилось, а потом, после этого, нужно дальше уже двигаться вперед. Понимаете, сначала в сердце успокаивается, потом ты спокойно относишься к событию, и следующий этап — ты уже можешь адекватно понять, что происходит, что-то исправить, на что-то не обращать внимания и так далее. Понимаете? То есть все эти вещи, они закономерно начинаются с сердца. Человек сначала должен очистить себя с помощью молитвы. Но в чем заключается ошибка? Если человек начинает с того, чтобы на эту... нажим на эту агрессию, которая происходит, отдавать обратный ход, то есть, допустим, жена остыла ко мне, я начинаю ее третировать. Это поможет? Нет, включается новая карма. Чем больше я совершаю насилие на объект моего насилия меня, тем закручивается узел кармы сильнее. Понимаете?
Это сначала, прежде всего, человек, когда что-то тяжелое происходит, он должен признать свою вину. А это очень трудно, потому что даже непонятно, в чем ты виноват. Это же события, которые происходили, они в прошлом были, они не в настоящем. И то, что происходит сейчас, это результат прошлого. Зачем я сейчас рассказал про себя? Объясняю. Любое сложное знание, которое ты хочешь человеку передать, можно передать только с помощью своего личного опыта. Потому что есть два способа, два вида знания. Есть гьяна, есть вигьяна. Гьяна на санскрите переводится как знание, но это теоретическая вещь. Человек просто в общем может что-то понять. Вигьяна — это когда ты в сердце пережил, это практическое знание. Оно передается очень глубоко. Всем, кто услышал что-то, связанное с личным опытом, то это передается очень глубоко. И в связи с этим приводится такой пример с Махатмой Ганди. Одна женщина пришла с сыном к нему и сказала: «Ты можешь помочь? Вот сын болеет сахарным диабетом, и я не знаю, как сделать так, чтобы он соблюдал диету». И Махатма Ганди сказал: «Приди через неделю со своим сыном». Она пришла через неделю, и он сказал ему, просто сказал: «Не ешь сладкое». И он перестал есть сладкое. И она потом пришла, она была в шоке. Она сказала ему: «Тысячи раз говорила, не ешь сладкое. Почему вы сказали только один раз, и он перестал есть?» Он сказал: «Потому что перед тем, как сказать ему, не ешь сладкое, я неделю не ел сладкое. Я всю эту неделю вообще не ел сладкое». И потом уже имел право это ему сказать. И он это принял тогда в сердце. Получил это вот опыт не есть сладкое получил. В результате ему сын начал поправляться. То есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что я надеюсь, что мы с вами не зря время тратим. Потому что все эти высказывания мы должны переживать через сердце. Если человек говорит или действует со злой мыслью, страдание неотступно следует за ним, как колесо за пятой вала, влекущего по волоску. Сразу возникает вопрос: а кто здесь в зале сидящим, поднимите руку, действует со злой мыслью вообще? Есть такие люди? Поднимите руку, кто действует со злой? Вы, да? Еще кто? Вот смотрите, как вас зовут? Татьяна, я вам очень благодарен, потому что вы мудрый человек. Сейчас расскажем, что такое злая мысль. Здесь в буддийской притче дальше говорится, что такая злая мысль, потому что большинство людей этого вообще не понимают. Все люди имеют злые мысли в своем сердце, но большинство из них считают эти мысли добрыми. В этом проблема. Смотрите, он обидел меня. Первая стадия злой мысли. Он обидел меня. Когда человек чувствует себя обиженным, он уже злой. Это не добрый человек, это уже злой человек, который чувствует себя обиженным. Это первая стадия зла — быть обиженным. На тонком плане, зло на тонком плане. Дальше. Он восторжествовал надо мною, то есть сильнее стал меня. Это вторая стадия. Значит, кто-то сильнее меня. Допустим, кто-то, я должен был на работе попасть вот на это место, а кто-то на мое место попал. И я об этом думаю постоянно. Это уже более злая мысль, еще более злая мысль. Дальше. Он поработил меня. Сейчас так часто люди семейные думают о близком человеке. Манипуляции, когда идут судьбой, то человек так чувствует. Он оскорбил меня. Ну, то есть это уже ненависть, такая злоба. Ну, значит, я буду тебе мстить. В сердце, встревоженным такими мыслями, никогда не угаснет ненависть. Так что такое злые мысли? Вот это мы имеем. Четыре стадии злой мысли в нашем сердце. Теперь поднимите руку, у кого не бывает в сердце таких мыслей. Видите, никто не поднял руку. Это означает, что вот женщина, которая подняла руку одна, она более разумна, чем все остальные. Это первая стадия победы над собой. Это когда я признаю себе, что у меня бывают злые мысли в сердце. Признание. Когда человек признается, уже дальше легче жить. Дальше легче. Вот я, например, признаюсь, если кто-то критикует меня, значит, в этом есть какой-то смысл.
здравый. Критика бывает, что она раздувается, но это не имеет значения. Имеет значение, что есть какой-то корень, причина какая-то, и надо ее исправлять. Все. Вот так. Бывает, люди меня критикуют за то, что у меня не такая вера, как у них. Я не знаю, в чем корень. Бывает это такое, что непонятно вообще зачем. Просто другая вера, и люди критикуют. Говорят, что я мракобес, у меня другая вера. Ну, хорошо, может быть, какой-то есть смысл в этом. Итак, смотрите, наша жизнь — следствие наших мыслей. Опять такое высказано. Она рождается в нашем сердце, она творится нашей мыслью. Если человек говорит или действует с доброй мыслью, радость следует за ним, как тень, никогда не покидающая. Чувствуете? Выключайте все мобильные телефоны на режим ожидания, там, сна, в самолете. Мы сейчас с вами в самолете. Итак, наша жизнь — следствие наших мыслей. Она рождается в сердце, творится нашей мыслью. Если человек говорит или действует с доброй мыслью, радость следует за ним, как тень, никогда не покидающая. Радость следует. Есть радость в сердце сейчас. Если радости в сердце нет, значит, есть что-то не то. Не то что-то происходит. Радость, если в сердце нет. Надо, значит, трудиться над сердцем. Надо трудиться над сердцем. Радость — это что такое радость? Просто сама по себе. Не то, что меня кто-то обрадовал, сказал, вот тебе 1000 рублей. Нет, просто сама по себе. Естественным образом в сердце должна быть радость у человека всегда в жизни. Так как зубы должны быть чистыми, естественным образом, мы должны их чистить. Потому что утром встаем, они грязные уже. Так с утра человек должен молиться, чтобы радость в сердце возникла. Само собой, это надо делать естественно. Потому что естественным образом сердце оскверняется той кармой, которая выходит из глубины озера ума каждый день. Ее надо каждый день чистить. И счастливый человек — это не тот, кому повезло, а тот, который трудится над собой. Счастье — это не означает, что «как у тебя дела? Ну, у меня классно, а у тебя и у меня классно». Понимаете, то есть счастье — это не когда все классно, это когда человек трудится над собой даже на фоне трудностей каких-то. Вот это счастье.